Бахнул. Ёршик. Хороший. Клёвка такая злая была. О. Буна номер 5. Как там? Популярно у рыболовов. Во какой зайка. Красота. Какой ты красивый, малыш, да? Сейчас освободим тебя. Так. Прям так клюнул, прям поклевка такая злая. Молодец. Давай, беги. Вот так, мой хороший. Ну, сейчас здесь никого нет, конечно. Рыбаков пустая. Ладно, бросаем. Туда, в сторону берега. Конечно, красиво. Так-то картинка здесь. С точки зрения съемки. Да. Но рыбы нет, поклевок нет практически. Хотя еще не вечер, поэтому... Поклевка злая была. Маленький-маленький. Что ж ты? Не брызгайся только. Хорошо. Только что камеру протирал. Дурашка, иди. Как по видео у него есть там большие. О, ну это покрупнее. О, этот уже прям воюет. Где он? О, какой динозавр. Сейчас. О, какой. Вот. Красота. Давай, беги. Лентяй какой-то. Как ёж. Друг, будешь сопротивляться? Не, говорит. Сегодня сопротивляться не буду. А, мама. Будешь? А. О, какой. О-о-о. Сначала говорил, что не буду, теперь говорит, буду. О-о-о. Вот ты мартыш. Ну, хороший, хороший. О, ну такой, красотуля. Грамм 200 есть. О, какой. Ну ты вообще мартыш. Клюнул так
деликатно, аккуратно. О, да-да-да, сейчас Айс. Смотри, какой ты красивый. Ну-ка, давай. Пошел. Ёршик воюет. Но он не крупный. Ай, сошел. Стою в воде. Классно. Вода градуса 24, наверное. Тепленько. Приманка большая, он ее не смог скушать. Был за камнем. Я его оттуда выдернул. Но он не крупный, но... Ах, сошел опять, да елки-палки. А ведь приманка большая. Аккуратно клюнул. Не продавил. Ай-яй-яй. Поклевки такие деликатные. Клюнул. Хороший. О, какой. Ага. Да что такое опять? Третий скот подряд. Ну клюет аккуратно. Не продавливает. Еще поклевкой. Чуть не засел в камне, но не крупный. Блин, крупный сошел, но этот просто боец такой. О, как ты упираешься, да? О, какой. Мартыш Мартышевич. Да. Да, мы хорошо. Молодец. Так, сейчас Света берем. О. Ух ты какой. О. Красотуля ты. Так, теперь надо еще тебя отцепить. Ну давай, беги. О, как. Он здесь сидит. Вот он сидит. Поплыл. Поплыл. Сначала был прям вес такой тяжелый. За камнем клюнул. Когда я его оттуда залакивал, казалось, там здоровая ершища. А как вышел из-за камня, так получился вот такой вот. Вот такой малыш. Ну, для этого времени как бы такой нормальный размер. Все-таки июль месяц, это не октябрь. И не сентябрь. Давай, беги. Ёршик бахнул. Блин, у меня уже там крючок, конечно, затупился. Вот такой прям. Воюет.
воюет, давит весом, ну не самый крупный, вес такой, ну, как там, больше 100 грамм, во какой мартыш, да, а глаза большие, как у этого, у окушка, у мибарика, они же эти родственники, мибару, и они же тоже семейство скорпеновое. Беги, зайца. Ёрш не крупный. Вот такой бы. А, нет, окунёк каменный. Ничего себе. Боец, боец. Вот это да. Вот это ты мартыш. Во какой. Ёлки-палки. Какой ты красивый. Вот он, кукушка. Каменный опыль. Во какой красотуля. О, сейчас, сейчас, зайка. О, какой боец. Сейчас, сейчас. Он брыкастый. Давай. Вот это да. Я думаю, что такое? Какое-то сопротивление немножко другое. Это я уже третий раз здесь ловлю в этом сезоне. Вот такого. А каменный окунь. Каменный окунь, ну редкая рыба здесь для центра города. Засек ерша, который, по-видимому, сошел, что вот здесь рядом. Поставил, о, другую приманку поставил, да? Ну красивый ты, красивый. О, какой. Да, 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 хорош. Красотуля. Как-то я его за нижнюю губу. Во. И отцепился сам от крючка. Давай, беги. Пошел. Где ты там? Не крупный, ну нету больших ершей. Ну. Ух ты, какой красивый рассвет. О, какой красота. О, какой. С пятнышками стоит. Тоже мартыш. Давай, беги. Оп. Молодец.